Привет, нижнеамурцы! Николаевск на Амуре. И предлагаю сегодня поговорить о респектовом атамане Паскотине, который активно помогает разбирать наш город и создает вид общественной деятельности. Что мы наблюдаем здесь? В Николаевске на Амуре, вот в районе бывшего УПК и в районе бывшего 25-го магазина Чикачева 11. Здесь здание бывшего детского сада. Хороший, кстати, был детский сад. По-моему, здесь даже было бомбоубежище. Тоже объект стратегический. Несколько лет назад в наш город приехал некто атаман Паскотин, по-моему, Николай Викторович. Ему городской муниципалитет, ему, значит, это здание, не знаю, в какое пользование отдал, возможно, в оперативное управление, возможно, на каких-то других еще началах. Но с прошлого года уже я его не могу никак найти. Куда-то вот он канул в реку Лету или в ту самую реку, которая течет из заводской бани. Не хочу никого обижать, это мое оценочное суждение. Куда он канул, я не знаю. Но вот недавно, еще в 2000 году, видимо, да, появилась эта надпись. Когда атаман Паскотин сюда заехал, надпись это была или не была? Если надпись это оставалась, то, видимо, она не замазана сознательно. Насколько я знаю, несколько лет назад атаманом Паскотиным была приобретена вот эта вот техника. Вот. И, насколько я знаю, эта техника все время стояла здесь. Стояла. Не знаю, чьи деньги, не знаю, на каком доверительном кредите все это было сделано. Ему узнаю, что была машина, были какие-то космические планы, были у него планы там еще, он сам проговаривал, закупить оружие и сделать какой-то свой ЧОП. Не знаю, что из этого получилось, но вижу, что весь ЧОП получился чок-чок. То есть вот оно здание стоит, опять запущенное. Вот она стоит техника. И я выражаю респект атаману Паскотину за то, что его работа четко характеризует так называемое казачье движение в городе Николаевск-на-Амуре. Я этим высказываю свое оценочное суждение. Мне бы очень хотелось, чтобы не выказывать подобный респект еще какому-либо из атаманов. Николаевск на Амуре день за днем. Роман Зайцев, живу на ДВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь видео.